самая большая люстра в вашей квартире может стать ночником, если она включается через новый регулятор тока с сенсорным управлением. Регулятора тока можно плавно изменить освещенность вашей квартиры. Применение регулятора тока уменьшает расход электроэнергии. Регулятор тока устанавливается вместо встроенного электровыключателя. Он удобен и прост в обращении. Цена регулятора 10 рублей. Составлять разнообразные ансамбли вам позволят костюмы из тканей компаньонов. Современный силуэт стал более мягким, объемным. Появилась новая манера носить костюм, свободно и непринужденно. Предлагает. Амфитон Министерио. Кассетный миниатюрный магнитофон. Музыка для одного. И для двоих. Возможность подключения двух наушников. Радиотехника.